выполнили на экстремальных трюках. Вроде бы все в порядке, все хорошо. Совершенно бесплатный Wi-Fi, который предоставила компания MixMesh. Автопотоклуба Сергей Жанин, фотограф по самому пацану, пришел подзырить, как ребята выступают на своих парках. Сам он тоже неплохо выступает, но его выступление мы увидим в следующий раз. Райдеры выступали для вас, очень много интересных трюков вы видели. Итак, это Константин Костюк.
Алексей Калышко. Сына ставку железа. Ребята, победители и призеры. Соревновательный самого высокого ранга. А это Кручик Попадаренко. Мы тренировались на
Итак, друзья, ваши аплодисменты. Перед вами выступала команда Fight Wars. Райдеры Константин Костюк, Алексей Ковыска, Святослав Пушкаренко. Маша, скажи, пожалуйста, ты знаешь, что дальше будет в нашей праздничной программе? Ну, не ваше дело, я, в принципе, знаю. Не ваше дело? Уважаемые дамы и господа, буквально через несколько минут продолжит группа «Не ваше дело» Records. Еще раз аплодисменты нашим райдерам, нашим отчаянным мотоциклистам, которые прямо здесь перед вами показывали умопомрачительные трюки на своих байках. Просто не делали не под силу в нашей стране практически никому. Они очень долго готовились, учились, тренировались. Все это освоить довольно-таки непросто. Для этого необходимо огромное количество времени, сил, денег, таланта. Для этого необходимо быть абсолютно безбашенным и бесстрашным. Перед вами выступала команда Fight Wars. Ну что, мы, дорогие гости, как только наши участники закончат свое выступление, приглашаем всех к вам ниже к сцене. А представьте, что вас ждет очередной музыкальный парк.